Так, снова Хальберштадт. Эти здания, стою у дома, пожалуй, сниму. Толщина стены видна отлично, глубина тоже отлично видна. Ну, толщина где-то сантиметров 70-80. Сейчас пойду в церковь, попробую все-таки в эту Липфрауенкирхе зайти и посмотреть изнутри еще раз, куда там вообще можно зайти. Пару слов о городе. Там почитал немножко. 989 год. Король Отто начал строить. Через 16 лет, получается, начали вот эту церковь в 1005 году строить. Вот эту огромную церковь. Ну, что тут, когда пристраивалось, не могу пока сказать. По поводу Великой Отечественной войны. Дело в том, что разговариваю часто с немцами и говорят, что 80% там был где-то примерно разрушен. Почитал немножко. Там, оказывается, все-таки только центр был разрушен. Поэтому вот то, что я почту показывал, она уцелела совершенно, хотя практически тоже в центре. В общем, центр, понятно, возможно, именно только сам центр, то есть небольшой участок. Поэтому говорить о всем городе тут нету смысла. Так, где вход? Сейчас я все-таки зайду в тот вход и посмотрим. Вот здесь посмотрю время и так далее. В общем, ладно, пока выключу. Хочу показать сразу перепады. Здесь как яма, я уже на ступеньках стою на входе и захожу вовнутрь. В общем, сразу углубление идет на три высоких ступеньки. И посмотрим изнутри, что здесь интересно. Так, это известняк. Там, к сожалению, чуть-чуть вижу прикрыто. Но отсюда, насколько возможно, засниму. Ступеньки, насколько приподнялся, потом опустился. Так, орган довольно высоко сделали. Вот, видать, с той стороны где-то. Снова возвышение. Какой-то священник лежит, изображен. Но, к сожалению, как везде, много веревочек и прохода нету.
сюда пройти. Вот дверца маленькая там. Вижу. Очень интересно. Туда бы сходить. Вот там большая дверь. Дальше огромная. Вот эту, например, скульптуру посмотреть. Чего она сделана. Ну, увы. Вот такая веревочка, как везде. Закрыта. Здесь как-то скудненько. Вот только свечка мне интересна. Кстати, в доме я видел ее тоже наподобие. Свечку. И что-то в тот раз не обратил внимания. В этот раз рассмотрим ее повнимательнее, потому что если она древняя, допустим, там, не знаю, 11 века или какого, для кого она сделана? Так, сколько метров она? Сейчас я подойду к ней поближе, чтобы сориентироваться. Ну, где-то я вот стою, ну, метра три, наверное, в районе 3 метров высотой. Вот такая свечка. Так, сейчас у сотрудницы спрошу. Интересно мне дату узнать, когда она была сделана. Здесь вот вижу даже какие-то... Интересно. Вот эти левики. Вроде ножки. Да, очень интересная, огромная, просто очень огромная, 3 метра, представляете, это для кого такой подсвечник? Ну, надо будет еще раз в дом зайти, в собор, и еще разок снять ту, которая в соборе. Вот это вот из дерева. Ну, из дерева, конечно, вопросов у меня не вызывает. Здесь что-то стояло. Или дверь была. Ну, кто его знает. Надо выйти с той стороны посмотреть. С улицы. Все равно я там еще хотел фигурки снять, что-то в прошлом видео очень плохо их заснял, мельком проскочил. Вот видите, сколько тут дверей интересных. Тут что-то огородили. Да, снизу есть еще проход, сейчас обойду. Здесь немножко есть доступ. Немного, но есть. Потолок явно свежий, из дерева. Ага, обрадовался. Нет, здесь нету прохода. 2 евро, да без проблем заплатил бы. Так, вот тут лестница очень интересная. Наверх уходит. Закрыто. Прикольно. Туда бы сходить. Ладно, отсюда попробую приблизить, сколько смогу. Сейчас у сотрудницы спрошу, вообще сюда можно заходить, когда нет. Может, какое-то время. Сейчас спросим. Ну и по поводу дверей. Тут я вошел в какие-то непонятные двери. Здесь еще одни двери. Как мы видим, это получается там уровень земли где-то. Тоже как-то высоковато. Ну, навряд ли бы так строили. Зарывались, а потом строить. Что-то сомнение у меня вызывает.
Вот здесь все-таки, похоже, был центральный вход. Но, к сожалению, все закрыто на круче и засовы. Ладно, пошел я спрашивать. Как говорили, у нас язык до Москвы доведет. Кажется, пару евро надо заплатить, пару евро, чтобы сюда зайти. Вот здесь одна комната. Потолок расписанный. Но очень темным цветом, и довольно здесь темно. Ну, хотя сегодня на улице довольно пасмурно, думаю, солнечную погоду здесь посветлее. Так, Liebfrauenkirche. Кстати, спросил в этом подсвечнике огромном, где он там? Ладно, дальше рублен. Об огромном подсвечнике. Не знает сотрудница даты, говорит, получили при сотрудничестве с евреями от евреев. Интересно, конечно. Ну да ладно. Это все, что я узнал. Ну, в принципе, на дату, честно говоря, я не рассчитывал. Фотографироваться вспышкой нельзя. Знак вижу. В принципе, мне вспышка не нужна. Так, эта дверь, я понимаю, так еще одна на выход. И вот смотрите, какая маленькая дверь. Так, если я прямо иду, она мне, ну прям, весь лоб попадает. Что здесь интересного? Ну, здесь, как пел Новиков, брошки из того самого. Спросила, можно ли наверх идти. К сожалению, как всегда, как везде, нельзя. А мне вот туда интересно сходить. Очень маленькие двери там, тоже очень низкие, тоже закрыто. Ну вот ее макет. Вот так она выглядит в макете. В общем, город начали строить. И через 16 лет начали строить вот эту церковь. По строительству скажу. Да, очень интересно. Я, конечно, не инженер-строитель, не могу судить. Это надо бы проконсультироваться с инженером-строителем. Ну, конечно, можно посмотреть, и, скорее всего, я это и сделаю. Какие были инструменты в X веке? Чем это строили? Вы тоже можете посмотреть это в гугле. Так, ну пригибаться довольно серьезно надо. Так, пошел на вторую сторону. Так, теперь левая сторона. Входим в левую сторону. Здесь я тоже спросил, нельзя сюда заходить, хотя тут очень интересно. Я вижу
Самое интересное, что туда ямка какая-то. Вроде как бы лестница должна уходить. Для чего там лестница? Продолжения нету. Так, вот это круглое окно. Что-то у меня такое впечатление, что тут раньше лестницы не было. Это круглое окно. Вот это окно, я говорил, подозрительно низко. Да, все-таки это все-таки как-то немножко здесь все подозрительно. Закрыли у нас какая-то кабина, тоже известняк. Вся резная такая, хоть и известняк, но интересно. И там дверца. И куда там, интересно, идет эта дверца? Его там не видно, к сожалению. Очень темно. Фонариком посветить, что ли? Все равно вроде никого нету. Посетителей. Эту операцию быстренько проведем. Столик щебнем засыпано. Возможно, там глубина неестественная. Да. И с этой стороны тоже двери закрытые. Эти двери тоже подозрительно очень низкие какие-то, слишком низкие. Сколько тут? 1,50 м, 1,60 м. С той стороны арочные, с этой стороны прямые. Ну, скажем, переделали. Я думаю, тут тоже очень много чего переделали. Вот арка отлично просматривается, заложенная. Правда, почему-то на мониторе я ее не вижу. А, вот так вижу. Потолок. Ну вот, в принципе, и все. Ну, пару евро, конечно. Ладно, что хоть недорого. Пожалуй, все изнутри. Сейчас снаружи пойду на ту сторону, где вот это была ниша, посмотреть, как там выглядит. Здесь, пожалуй, все.